краеведческом музее открылась выставка картин художника Алексея Хлебникова. Экспозицию назвали «С кистью по жизни». В Оху Алексей Хлебников приехал из Якутска. Живет здесь около года, но уже успел разглядеть прекрасное в сахалинской природе и даже написать несколько холстов. Родился автор в 1960 году в городе Якутске. Как и многие мальчишки и девчонки того времени, ходил во дворец пионеров, где с удовольствием получал первые азы изобразительного искусства. Затем учеба в Московской художественной школе имени Сурикова. Был период в биографии художника, когда он пробовал себя и на других поприщах. Но частичка творческого огонька всегда жила в его сердце. Недаром выставка так и называется «С кистью по жизни». Летом 1988 года Алексей принял участие в художественной выставке в Анкоридже на Аляске. Затем участвовал в совместных выставках в своем родном Якутске, оттачивая мастерство. С 2007 по 2008 годы Алексей работал в Китае, в городе Харбине. Там, в галерее русского искусства, хранятся 80 произведений автора. Теперь с его работами могут познакомиться жители Поднебесной и туристы из разных стран. В основном Алексей Александрович работает в реалистической манере. На открытие выставки пришли достаточно много гостей. Среди них председатель Сахалинской организации Союза художников России, преподаватель детской художественной школы Олег Носарев. Наконец-то познакомились. Поздравляю. Ну что, очень приятно, что в нашей когорте на севере Сахалина появился еще один художник. А то мы все тратили, все исчезали. Я тут приехал. Одним словом, поздравляю всех нас. Очень интересный художник. Ну, просто масса видно. Ну, вот. Кстати, что закончили? Школа Сурикова. Потом... Ух ты, блин, вообще балдеть. Высадка, полет, все понятно. В общем, короче, ахинцам сильно повезло. Это 100%. Вы надолго? Не знаю. Хорошо, задержим. Хорошо, что я тебе сказался. Я, честно говоря, просто в восторге. Ну, серьезно. Так, а вы в Союзе? Творческий союз при ЮНЕСКО. Хорошо, будем нашим еще. Председатель, так, вас приглашаю. Значит, вот эту выставочку у нас как раз будет летом, претенденты, вступим в Союз. Вы ее к нам привезете, я вас расскажу, покажу, даже не сомневаюсь, что будете в Союзе у нас точно. Вот. Нам нужны такие мастера. Короче, друзья мои, еще раз поздравляю искренне. Вам появился у нас художник в Сахалине, мастер истинный, живописец, тем более классической живописи. Художнику в честь открытия сделали небольшие, но очень полезные подарки. Это здесь рассказывается о коренном населении нашего края и краски севера. Это наши художники здесь представлены. Спасибо. Вручаем вам. Скромный подарок. Это холст. Да. И внутри там красочки. Так, пожалуйста, творите. В свою очередь, Алексей Хлебников в дар Ахинскому музею оставил свою живописную работу. А нам рассказал, чему посвятил выставку. В основном Сахалину, конечно. Тут у меня работ мало таких вот. Именно якутских тематик. Вот три работы. Немножко Китая, немножко Крыма. Так, в основном Сахалин. И портреты. Правда, их мало нынче, но в конце года я сделаю такую более серьезную выставку. С портретами и уже конкретно по Сахалину будет. Я вообще не привык перед аудиторией выступать. Как-то мне волнительно. У меня были выставки в Анкоридже персональные на Аляске, но я туда не ездил. Ну и в Харбине все. В Союзе еще не было, кстати, первый раз я в своей стране делаю выставку. Так у меня были общие выставки с художниками. Но вы немножко о своем творческом пути, прям в паре слов, расскажите, пожалуйста. Ну, учился я в Москве, в Сурикова школе. В институт я не успел поступить из-за Олимпиады. Там как-то перепутали с поступлением. Я ушел в армию, а был недобор. Представляете, институт Суриковский. Ну, я закончил училище якутское еще. Ну, в принципе, я и до сих пор учусь. Выставка Алексея Хлебникова «С кистью по жизни» будет открыта в краеведческом музее в течение всего месяца.